Сочетание льняного полотна и ручного вязания, создание новой фактуры, а еще сказочные настольные игры – все это дипломные проекты выпускников факультета технологии дизайна ВИАТГГУ. Что вдохновляет молодых дизайнеров, узнала Милана Поварницына. Контрастные синие, белые и красные тона, элементы авторской вышивки и натуральный благородный материал – шерсть. На создание коллекции Екатерину Гоглеву вдохновил русский национальный костюм. Она проследила всю его историю – от зарождения, трансформации и до сегодняшнего дня. А потом за 324 часа создала коллекцию демисезонных пальто «Катиби» или, как любит говорить сам автор, коллекцию национальной верхней распашной одежды. Я хотела передать историю, национальность, именно русскую. Во-вторых, современность, ну и, наверное, удобство, чтобы в них было удобно. На сегодняшний день они предназначены для сцены, то есть направление прет-а-порте. Но можно их использовать, как и в повседневной жизни. 4 коллекции – это настоящее событие для факультета. Обычно выпускники в качестве квалификационных работ создают просто комплекты, а не коллекции. Кроме того, швеи использовали российские материалы, а это важно для развития нашей текстильной промышленности. Преподаватели видят в этих дарованиях будущих известных дизайнеров. Талантливые и выпускники специальности графический дизайн. Многие из них уже сейчас создают игры, которые можно запускать в промышленность. Настольная игра «Алиса в стране чудес» Татьяны Колупаевой навеяна любимой книгой и фильмом, но все иллюстрации авторские. Есть и еще одно новшество игры, которое не встречается среди аналогов. Тайные уровни, на которых героев ждут всевозможные приключения. Татьяна уверена, красочная игра обязательно пробудит у детей интерес к прочтению книги. Хотелось создать какую-то необычную игру, которая бы отображала именно сам смысл произведения, потому что большинство игр, которые сегодня на рынке, они в основном очень красочные, ляпистые и не имеют ничего общего с содержанием книги. Вот. И хотела отобразить именно стиль книги в этой игре. Вот. Дети приобщаются к классике и с детства приучаются к хорошей графике. А еще дизайнеры разрабатывают открытки, макеты книг, фирменный стиль типографии и многое другое. Каждое творение заслуживает пристального взгляда. Милана Поварницына, Максим Козлов, Вести, Кировская область.